Церква завжди вважала одним з головних своїх завдань – виховання дітей у вірі. У сьогоднішній час так важливо розкрити дітям значення того, що православна віра – це віра наших предків, нашого народу. Зі Святого Писання ми знаємо, що багато людей приносили до Ісуса Христа своїх дітей, щоб Він доторкнувся до них, поклав на них руки з молитвою та благословив їх. Господь наш Иисус Христос создал церковь. Для чего? Для того, чтобы каждый желающий мог войти в эту огромную общину и спасти свою душу. Когда мы ходим в храм, мы должны принимать все те законы, которые установлены в церкви. Мы участвуем в церковных таинствах, мы молимся, мы стараемся участвовать так, чтобы наша душа открывалась для познания Бога. Но для того, чтобы войти в церковь по-настоящему, мы должны не только сами в нее войти, но и привести всю свою семью. Дети имеют огромное значение в жизни церковной. Для того и дается нам в церкви множество разных возможностей, чтобы дети были привлечены к Богу с любовью и надеждой на спасение. Коли дитина народилася, треба за неї молитися. Коли вона підросте, треба молитися разом з нею. Ми повинні зрозуміти, що невинність, простота і доброта душі, які властиві насамперед дітям, вводять людину у Царство Небесне. Господь сказав своїм ученикам однажды: «Не запрещайте дітям приходити ко мне, потому что таковых есть Царствие Божие». Если кто из нас, взрослых, не примет Царствие Божие как дитя, тот не сможет войти в Царство Небесное. Почему так? Да потому что ребенок, он не злобивый, он не мстительный, он может обидеться и сразу же через минуту проявить совсем другое отношение к своему другу, к тем, с кем он общается. Так и мы должны брать пример с детей, иметь ту простоту, чтобы можно было войти в Царствие Небесное. Прежде чем научить детей духовным истинам, необходимо ребенка научить правильно наложить на себя крестное знамение. Взять руку ребенка, свою руку, сложить три пальца, положить на лобик, это означает то, что мы освещаем этим свой ум, на животик, это означает, что мы освещаем свое внутреннее состояние, и на плечи, это означает то, что мы этим самым освещаем наши силы. И если ребенок будет правильно на себя накладывать крестное знамение, это будет означать, что он постепенно будет выполнять все, что установлено в церкви, правильно и добросовестно. Потрібно розуміти, що дитина – це не дорослий. Щоб навчити дітей молитися, потрібно запастися терпінням. Це дуже важке завдання. Молитися можна всюди. Бог нас бачить і чує, і немає такого місця, де Його немає. Ми з вами повинні пам'ятати про те, що в православ'ї діти по-разному сприймають основи православної віри. То, що цікаво підросткам – уже не будет интересно детям младшего возраста. Поэтому мы должны в православии приложить все усилия для того, чтобы дети разных возрастов могли найти себя, чтобы они могли послужить Богу, кто как может. Кто-то какими-то добрыми делами, кто-то участвуя активно в церковной жизни, помогая священнику, помогая возле храма. И потихонечку из этих маленьких детей вырастут настоящие православные христиане, которые готовы будут послужить для Бога и для церкви. Необхідно підшукувати молитви, які можуть дійти до дитини. Не взагалі до дитини, а конкретно до вашої. Чим вона живе, хто вона така, як вона говорить, коли звертається до Бога, про це знають лише батьки. Тому що діти бачать, как молятся их родители. Мы можем много рассказывать ребенку о молитве, но если мы сами не молимся, если мы к Богу не обращаемся, если мы живем двойной жизнью, всех осуждаем, на всех обижаемся и учим ребенка молиться, то наш труд будет напрасный. Мы сами должны вести себя подобающим образом, сами себя должны воспитывать, а потом уже ребенка. И ребенок, видя наши труды, будет тянуться за нами, и будет хороший результат нашего труда, и он будет похож на то доброе дерево, этот ребенок, который приносит добрые плоды. А если дерево сухое, что с ним делают? Его срезают и бросают в огонь. Так и душа, которая не принесет плода в этой жизни, она попадет в вечные муки, где не будет Бога, а будет вечное мучение.
Коли діти підростуть, то їх можна віддати до недільної школи при православному храмі. Тому що саме у духовній школі вчителі своїх вихованців наближають до літургійного життя церкви. Найкращим способом цього можна досягти завдяки участі дітей у церковних службах, молитвах, таїнствах, які благодатно впливають на душу дитини і допомагають правильному духовному зростанню. Наша церковь, как заботливая мать, она беспокоится о детях. Поэтому еще из давних времен так повелось, что именно при монастырях, при храмах были основаны самые первые школы. Дети получали церковно-приходское образование, и сейчас при каждом храме практически есть воскресные школы, где дети разных возрастов могут приходить и получать духовное образование. В воскресной школе дети изучают различные предметы, связанные с литургической жизнью церкви, изучают церковно-славянский язык, учатся читать на церковно-славянском языке, изучают церковную историю. Самые маленькие, те, кто еще не могут читать, они также не обделены вниманием. Они могут рисовать на библейские темы. Преподаватели ведут предмет, который называется «Добротолюбие». И постепенно маленькие детки, уже заинтересовавшись православной верой, еще в большей мере стараются перейти в другие старшие группы, чтобы дальше развивать свои знания. Самое главное то, что все эти дети, которые ходят в воскресную школу, они все воцерковленные. Они ходят в храм, на литургию, молятся, а потом уже после богослужения начинается учеба в воскресной школе. Это уже как продолжение этого богослужения. И в этом деле есть один очень важный момент. Родители не должны думать о том, что вот отдал ребенка в воскресную школу и занимайтесь его воспитанием. Воскресная школа — это только раз в неделю, воскресный день, а вся остальная нагрузка идет на родителей дома. Поэтому то, что они изучают в воскресной школе, родители должны знать об этом и дома на протяжении недели рассказывать об этих предметах, вместе разбирать какие-то библейские истории. Вот. И мы помним о том, что действительно значение воскресной школы огромное для каждого ребенка, потому что в нем, в этом ребенке, появятся действительно хорошие задатки к развитию духовной жизни. Коли ви збираєтесь до церкви усією родиною, то дитині потрібно роз'яснити, для чого ви вирушили до церкви, чому вам взагалі потрібно туди ходити, що бути в церкві – це честь, це привілей. Є така пословиця народна – «Ні вольник, ні богомольник». Цю пословицю можна применити і к сімейній житті. Огромную ошибку допускають ті родители, которые заставляют своих детей идти в храм, идти в воскресную школу. И дети, чтобы не расстроить своих родителей, идут в храм, идут в воскресную школу, но это превращается в лицемерие. Это все становится неискренним только для того, чтобы не расстраивать родителей. И что мы потом видим? В дальнейшем, когда эти дети подрастают, они уходят из церкви, они прекращают свое молитвенное правило, отходят и только вспоминают о Боге тогда, когда что-то с ними случится в жизни, когда начинаются какие-то проблемы. Мы должны помнить о том, что важно для детей именно общая молитва, которая совершается в храме. Потому что Господь сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Домашняя молитва — это хорошо, но к ней надо больше как бы готовиться. Нужно настроить детей на молитву, успокоить все свои дневные проблемы, чувства. А в храм мы приходим и сразу же включаемся в молитву. Поэтому домашняя молитва, она должна переходить плавно в церковную молитву. Тогда мы увидим результат нашего правильного воспитания, когда мы не будем перегибать палку, а будем с любовью объяснять то, что молитва — это есть разговор человека с Богом. Міцніти і зростати віра у дитини буде, якщо ви розмірковуєте з нею про чудесні справи Божі, сповнені милостивих його звернень. Обіцяв Бог Ною врятувати його родину від потопу всесвітнього і врятував. Обіцяв послати Спасителя світу і виконав це. Треба тільки вірувати. Очень важным является то, когда родители воспитывают своих детей в православной вере на основе жития святых. Если мы возьмем с вами любое житие святых, мы увидим, как святые любили своих родителей в детстве, как они их почитали.
и как это стало основой для их будущей жизни. И, конечно, когда мы читаем жития святых, я отлично помню, когда был маленьким, нам папа читал дома жития святых. Все эти жития я до сих пор помню, а это откладывается в нашем сердце. И очень важно, когда мы читаем детям, обсуждать то, что мы прочитали, приводить примеры и самим разбираться в том, почему же так произошло, а не иначе, почему же эти святые стали святыми. Для этого у нас есть все возможности. В наше время очень много издается Библии именно для детей. Евангелие, Библия, детские молитвословы. Все, что необходимо для начальной такой духовной подготовки, все есть. Только нужно проявить желание, тем более в наш такой современный век, когда дети захвачены современными средствами связи, мы должны научить их ценить книгу, духовную книгу. И тогда мы действительно будем радоваться тому, что наши дети правильно будут воспитываться в духе православной веры. Потрібно пам'ятати, що дитина найчастіше сприймає не те, що ми їй говоримо, а те, як ми поводимося в житті, і копіює нашу поведінку. Тобто ми бачимо тут пряме підтвердження принципу, як сказано в посланні від Якова: «Віра без діл мертва». Дитина міряє нашу віру нашими ж справами і перевіряє, наскільки вони відповідають словам. Много можна говорити о духовному воспитанні. Много можно книг прочитать, но если мы сами не покажем пример своим детям, как нужно жить в вере православной, как нужно Бога прославлять, как нужно творить добрые дела во имя Бога, никаких не будет хороших результатов. Поэтому каждый из нас должен приложить все усилия для того, чтобы личным примером привести своих детей к Богу, для того, чтобы они были похожи, наши дети, на то доброе дерево, которое приносит добрые плоды. Потому что если дерево сухое, его срезают и бросают в огонь. Так и наша душа пойдет в огонь вечной муки, если не принесет доброго плода за всю свою земную жизнь. Віра – це не сума знань або правил поведінки. Вона народжується у серці людини, коли його торкається Господь. А знання закону Божого та церковних правил допомагають зробити віру глибшою та міцнішою, навчитися спілкуватися з Богом. Православний календар з 31 жовтня по 7 листопада. За церковним календарем у суботу 31 жовтня церква прославлює апостола і євангеліста Луку. 1 листопада – неділя 21 після П'ятидесятниці, перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського. У понеділок 2 листопада починається седмиця 22 після П'ятидесятниці. Церква святкує пам'ять великомученика Артемія та праведного отрока Артемія Веркольського. 3 листопада вшановують діяння преподобного Іларіона Великого та преподобного Іларіона Схимника Печерського в Дальніх Печерах. 4 листопада – святкування Казанській іконі Божої Матері. Згадують діяння семи отроків, що у Ефесі за віру православну постраждали. 5 листопада у четвер Свята Православна Церква вшановує пам'ять апостола Якова, брата Господнього по плоті. 6 листопада у п'ятницю вшановують пам'ять преподобних Арефи, Сесоя і Феофіла, затворників печерських у ближніх печерах. День ікони Божої Матері, іменованої усіх скорботних радість. У суботу, 7 листопада, церква згадує преподобного Мартирія Диякона і Мартирія Затворника, печерських в Дальніх Печерах. Православна церква шановує пам'ять спочилих. Димитрівська поминальна субота.